утра пораньше жопу наедаешь. И тебе доброе утро, сестренка. Утро добрым не бывает. А ты чего так рано проснулась? Если б ты тут с утра не тарахтела, я, может, еще поспала б. Ну, простите, у меня сегодня важный день. А, да, у тебя же сегодня экзамен. Скажи, вот ты реально надеешься поступить в театральный? Конечно. Я с детства мечтала стать актрисой. Но у тебя же нет таланта. Это мы еще посмотрим. И внешность заурядная. Спасибо за поддержку. Ну а что? Я говорю как есть. Шансов у тебя объективно немного. И что ты предлагаешь? Даже не пытаться? Не, ну если тебе так хочется идти там и позориться, то ради бога, мне-то что? Только потом не плачься, что я тебя не предупреждала. Всем привет! Спасибо, что смотрите и подписываетесь на мой канал. А если вы прямо сейчас поставите лайк под этим видео, то будет вообще здорово. Да кто там тебя смотрит? Кому ты нафиг нужна? Ромео. Как мне жаль, что ты Ромео. Отринь отца, да имя измени. А если нет, меня женою сделай, чтоб Капулетти больше мне не быть. Не верю. Я тебя не спрашивала. А я решила сказать. Ну, сказала, и что? Довольна? Конечно. А можешь помолчать, пока я репетирую? Нет, не могу. Я тебе 100 раз говорила. Ты выбрала самый банальный в мире монолог. Он не банальный. Это классика. На все времена. Ну-ну, с ним у тебя точно нет шансов на поступление. Ой, давай только не каркай. Я тебя умоляю. Да ты если просто покаркала, было бы то интереснее, чем эти сопли. Так, все, не мешай. У меня мало времени. Ромео, как мне жаль, что ты Ромео. Уже идешь? Да, экзамен через 2 часа. Надо было раньше выходить. Можешь опоздать. Успею. Там все равно куча народа будет. Оделась ты, конечно, так себе. Получше ничего нет. Ну, ты раньше не могла сказать. Ну, я же не знала, что ты выберешь колхозный стиль. Так что думаешь, переодеться? Не мешало бы. Ромео, как мне жаль, что ты Ромео. Да хватит уже зубрить, а? Ну не поможет. Ты что здесь делаешь? Пришла посмотреть, как ты облажаешься. Да заткнись ты уже. Я не облажаюсь. А чего тогда так нервничаешь? С чего ты взяла, что я нервничаю? Руки потеют, голос дрожит. Боишься забыть текст? Ничего я не боюсь. Боишься. Потому что знаешь, не твое это быть актрисой. Ну, тебе бы в офисе сидеть, бумажки на компьютере печатать. Вот с этим ты бы точно справилась. Как же ты меня достала! Ненавижу тебя! Здрасте, Валя. Валентина Сидорчук, 18 лет. Добрый день. Что вы подготовили? Монолог Шекспира из Джульетты. Ой, то есть монолог Джульетты. Девушка, да вы не нервничайте. Можете начинать? Хорошо. Ромео, что же ты, Ромео? Ой, как мне жаль. Меня с женой сделай, я... Капулетти, простите, можно заново? Нет, спасибо, этого достаточно. А я говорила, я предупреждала.
но ты меня не послушала. Если бы не ты, у меня бы все получилось. Да, конечно, это я виновата. А кто слова забыл? Кто перед комиссией в штаны наложил? Не, ну, ты видела, какие там красотки были на экзамене? Вот они могут стать актрисами. А ты-то куда? Забудь уже про эту глупую мечту. Иди получай нормальное образование и стабильную работу. Потом спасибо скажешь. Хорошо. Так, английский вроде сделали. Что у нас дальше? Математика. Давай, открывай тетрадку. Так, задача. 9 осликов за 3 дня съедают 27 мешков корма. Сколько надо 5 осликам на 5 дней? Я не знаю. Ничего страшного. Сейчас будем решать. Я не хочу. Я устал. Фу, как же меня достал этот тупой пацан. Ну а что, я не права? Это ж типичный бездарь. Перестань. Вообще-то мне его родители за это деньги платят. Ну да. Ты же на нормальную работу устроиться не можешь. Ты ж у нас просто... Тёлка без образования. Это пока что. У меня скоро экзамены в институт. Это глупая затея второй раз поступать в театральный. Ничего не глупое. В этот раз у меня все получится. Что, я зря готовилась целый год? Конечно, зря. Взяла и просрала год жизни. Зато я иду к своей мечте. Не вижу я, чтоб ты куда-то шла. Пока ты просто сидишь. У меня не получается. Посчитать осликов. Осел не может посчитать осликов. Смотри, тут все просто. Считаем. Ты на экзамен? Да, и очень тебя прошу. Останься в этот раз дома. Да ради бога. Схожу пока куплю салфеток, чтоб у тебя на вечер было чем сопли вытирать. Добрый день. Валентина Сидорчук, 19 лет. Здравствуйте. Что будете читать? Вильям Шекспир. Монолог Джульетты. Начинайте. Прошу. Ромео. Как мне жаль, что ты Ромео. Отринь от сада, имя измени. А если нет, женой меня сделай, чтоб Капулетти больше мне не быть. Лишь это имя мне желает зла. Ты был собой, не будучи Монтеки. Что есть Монтеки? Разве так зовут? Лицо и плечи, ноги, грудь и руки. Неужто больше нет других имен? Что значит имя? Роза пахнет розой. Хоть розой назови ее, хоть нет. Валентина, извините, пожалуйста, а можно с вами сфотографироваться? Да, конечно, без проблем. Мне очень понравился сегодняшний спектакль, а особенно ваша игра. Спасибо, очень приятно, особенно учитывая, что это был мой дебют. Он явно удался. У вас большой талант. Спасибо за фото. Ничего себе! Первый поклонник? Дай бог, чтоб не последний. Нет, ну, должна признать, что ты была сегодня и вправду хороша. Серьезно? Так что, может, ты наконец перестанешь меня гнобить? Нет, конечно. И ты прекрасно знаешь, почему. Потому что ты — это тоже я. Да, тебе давно было пора с этим смириться.
Ну, хорошо, я постараюсь с этим смириться. Но я не обещаю тебе этого.